Вопросы поддержки предпринимательства в условиях ограничений, связанных с пандемией, обсудили на совещании в правительстве Северной Осетии. Встреча прошла под председательством премьера Бориса Джанаева. О действующих мерах господдержки малого и среднего бизнеса в регионе рассказал министр экономического развития Заур Кучиев. Это и консультации, льготные субсидии, микрозаймы и кредиты. Представители бизнеса и самозанятые граждане могут получить финансовую поддержку в виде микрозаймов до 5 миллионов рублей по ставке от 2% на 3 года. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы выделяются гранты на развитие социального предпринимательства. По итогам конкурса поддержку на общую сумму 6 миллионов получили 6 предприятий. Гранты на создание собственного бизнеса в размере 300 тысяч могут получить и начинающие предприниматели. Речь шла и о системных проблемах, с которыми сталкивается бизнес. Сдерживающим фактором развития, помимо ограничительных мер, является и повышение цен на энергоносители, строительные материалы и другие расходные материалы. Это отражается на себестоимости выпускаемой продукции, товара или услуги. Борис Джанаев поручил госорганам и предпринимателям совместно вести работу по решению вопросов бизнеса. Я имею в виду, наши бизнесмены понимали, какие формы поддержки есть, какие рычаги есть, то есть, потому что наверняка будут возникать вопросы того или иного характера, чтобы быстрая оперативная связь, конструкция, которая будет выстраиваться для поддержки бизнеса, чтобы сразу была обозначена и проблемы, которые будут стоять, так скажем, перед нами и перед Министерством экономического развития, чтобы сразу мы решали и на федеральном уровне, уже не говоря о нашем местном уровне. Поэтому здесь всячески мы должны эту работу усилить. И самая главная задача – поддержать бизнес. Потому что бизнес – это рабочие места, это отчисления в бюджет, это огромная составляющая часть жителей нашей республики.